Сегодня глава региона Игорь Кошин отправился в рабочую поездку на восток округа. Участие в ней принимают заместители губернатора по инфраструктурному развитию и социальным вопросам, а также руководители окружного агропрома, здравоохранения и МВД России по НАО. В ходе рабочей поездки делегация посетит поселок Усть-Кару, где побывает на социально значимых поселковых объектах – амбулатории, общеобразовательной школе, дошкольном учреждении, дизельной электростанции и строящихся социальных объектов. А вечером встретится с жителями поселка в Доме культуры. Встреча населения с главой региона запланирована сегодня и в поселке Варнек на острове Вайгач. Здесь, помимо текущих вопросов жизнеобеспечения поселка, будет обсуждаться проблема браконьерства на белых медведей, занесенных в Красную книгу, а также вопрос о создании на Вайгаче совместно с фондом дикой природы национального парка. Представители фонда также участвуют в поездке главы региона.